Однако мужчина решил пойти дальше и ночью начинал стучать, причем хитро. Не в стену молотком, а по своим каким-то железякам. Ну, хобби у него, мол, такое. Почему сосед так действовал? Ну, во-первых, он устал от посторонних звуков. Дома хочется расслабиться, чувствовать себя спокойно, не напряженно, снять усталость дня. Но когда постоянные звуки капают человеку на мозг, у него происходит невроз, который перерастает в психоз. И, возможно, в ситуациях вне дома его настигают панические атаки. Может быть, он даже слышит крики этих детей, плач детей. Ну, то есть, как обычно, в соседских войнах нет только черного и только белого. И Юрия, если поставить себя на его место, тоже вообще-то можно понять.